С вами компания Электромотор. Сегодня едем на производство инсталляторов, которые занимаются солнечной панелью, чтобы понять, какие лучшие аккумуляторы для солнечных панелей. АГМ гель, литий-ионы, многие расскажут. В общем, сейчас походим у них по производству, поспрашиваем и заодно и вам всем расскажем. Тестовая зарядка, разрядка, тестер, так называемый, тестер нагрузки и при этом зарядная станция. То есть это зарядная станция, и она сразу же тестируется на эти аккумуляторы, заряд, правильно? Зарядно-разрядный комплекс называется. И типа стоит. А вот и наши челленджеры, то что да, мы работаем. Челленджеры. Это же диод, который синенький. Да, это тяговые. Тяговые. Это же, получается, они как-то лучше, потому что они... Ну как лучше? Не АГМ, они как-то... Свинец. Любая батарея разрабатывается для каких-то целей. Они не сказать, что хуже или лучше. Просто конкретно эти разработаны для почти тяговых батарей. Ну как-то есть АГМ, а синенькие говорят нам гель. Это, нет, это ерунда? Есть гель синенький, именно гель. А есть вот синенькая крышка, еще АГМ тяговая АГМ. А, так это просто тяговый АГМ, потому что наши девочки все говорят, что это... Есть ЕВ-гель у нас. Там это тоже профиль заряда АГМ, считается комби гель, но на самом деле это классический АГМ с усиленными пластинами. То есть это обычный АГМ с усиленными пластинами, правильно? Вот, да. Вот скажите, вот такое, вот они получаются... А, вот оно, да. Г. ЕВ-гель, ЕВ-гель, это комби гель так называемый. Их называют мультигель, комби гель. Ну, многие, если вот у вас, вот я по сотке знаю, А... 12, Г12, они голубенькие, говорят, что это уже гель, или это не гель? Это комби-гель. Комби-гель. Комби-гель, мультигель, комби-гель. Ну, то есть серия А, есть серия Г, и есть серия ЕВГ. Вот это уже и ЕВГ, это и непосредственно мультигель, правильно? Да. А Г что за серия? Чем А от Г отличается? А это АГМ, да. Г это гель, а ЕВГ это комби-гель. Все как... А чем, что лучше, ЕВГ или ГГ? Смотря куда ставить. Любая батарея разрабатывается под какие-то цели. Под тягу, или под бесперебойник, или как резервное питание, или там циклические режимы. От этого очень много зависит. Ну, под солнечные панели что под лучше? Панели лучше ставить гель. А вообще еще лучше литий. Ну, литиевые батареи. Вот такие. Это не наши, это нам привезли восстановить. Привезли восстановить, показать, насколько он еще проработал. Это делают Льва. Вот эти батареи делают Льва АДС компания. А я, кстати, видел у человека, у него стоит куча солнечных панелей, они такие маленькие тоненькие, он покупает с Китая, возит. Ну, маленькие тоненькие он берет просто сами элементы. Угу. И он их там куча такой. Он собирает, да. Это элементы. Это основа батареи. Здесь стоят такие же элементы, только оно уже в комплексе с БМС. То есть для солнечной панели лучше гелевый, правильно брать? Литий. Сейчас да. Сейчас цена цикла, если мы берем о цене цикла, цена цикла у лития, при том, что литий дороже, цена цикла намного выше, чем у свинца. Грубо говоря, вы возьмете даже гелевую батарею свинцовую, она даст 800 циклов, это будет стоить 100 долларов. Лития даст 2500 циклов, при этом будет стоить не 100 долларов, а 250. Но при этом по количеству циклов тоже. А гелевые только вот такие, что еще есть на рынке, скажите? Вот, получается, в Львове они делают, а что еще такого? Ну, наши. В принципе. Вот, это, вот эти вот маленькие бочечки, это же тоже гелевые, да? Вот? Литий. О, литий-ион, да, извините. Да, это литий. Литий жизнь. То есть вы их четко собираете, и, а что их упаковываете? Ну, под этот проект термопленка. Есть, видите, это вход. А где корпусы? Ну вот я вам показываю, большая батарея 5 кВт. Ага, то есть вот эти, там в том корпусе куча этих маленьких бочонков, да, правильно? Да, по сути, да. Здесь призматический элемент, здесь напрутник. Здесь они такие длинные, 100 амперные призматические элементы. Другой форм-фактор элемент. Ага. Можно, да, еще посмотрим? То есть в теории вот одна вот такая штучка, вот этот блочок, можно, да, есть уже? Да, это 12 вольт 16 кВт. 19. Или в принципе 200 ватт. И она даст 2000 циклов, правильно? Да, минимум 2000 циклов, это при 100% разряде.
Это получается в 4 раза больше практически, чем свинцовая, правильно? Да, в 4-5 раз больше. При том, что свинец при больших токах, там, близких там, к 1 С, он отдаст всего лишь половину своей емкости, литий отдаст 100% своей емкости. Понятно, спасибо. В общем, вывод, друзья, вывод по литий-ионным батареям. Значит, вернее, для солнечных панелей. Для солнечных панелей идеально иметь литий-ион. Они дают до 3000 зарядов. Ими надо заниматься, либо чтобы вам кто-то собирал, либо комплектовал. Если берете гель, то однозначно будет в 4-5 раз меньше заряда. И что еще важно, АГМ не подходит. Переходное, вот это вот ЕВГ серия, это чисто силовая. В общем, покупайте нужное, покупайте правильное. Если интересует инсталляция солнечных панелей, можем под ключ это все делать. В общем, обращайтесь к компании Электромотор, применяйте промокоды, пишите Viber. Пишите Viber, сразу будем общаться и сразу будем что-то думать и помогать вам решать ваши задачи. Обычно лучше говорите, для чего вам аккумулятор, тогда мы правильно подберем, чем просто говорить, мне нужна там сотка, и люди заказать то, что надо.